Так, всем привет, меня зовут Пестряков Иван, являюсь руководителем лаборатории интернет-маркетинга, а также основателем проекта Amazon на миллион. Вот мой блог про Amazon, можете на него подписываться. Сегодня я хотел бы вам рассказать об очень интересном канале продаж ваших товаров в Америке. Это Craigslist. Craigslist – это доска объявлений, бесплатных объявлений, через которые можно рекламировать все. Вот если вы посмотрите, то здесь рекламируют работу, для продажи что-то, там всякие различные сервисы и так далее. То есть, в принципе, рекламируют все. Вот. Есть такой же аналог в России, это Авито. Такая же доска объявлений. Но в отличие от Авито, Craigslist совершенно бесплатная история. То есть, допустим, зайдем в мой раздел Household. Это раздел именно вещей для дома. А так как я продаю открывашки для банок, то, соответственно, мои открывашки должны быть в этой категории. Как вы видите, люди продают все, что хочешь, и, соответственно, размещают здесь объявления. Очень важный момент, который хотел бы на что обратить внимание, это на то, как они размещают объявления. Вот. То есть хотел вот так показать. Смотрите, видите, кто-то из продавцов разместил раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз вот эти ложки с вилками, ложки с ножами. Вот. И это объявление стало более заметным. Вот, вам можно проделать всю ту же самую историю и добавить, допустим, 10 раз свой товар. Теперь давайте поищем мой товар. Сейчас посмотрим, где он там находится. Я вчера его размещал. Сейчас еще размещу сегодня. Уже спустился вниз. Вот видите, смотрите, персональный тренинг. Видите, каким образом они размещают? Вот опять персональный тренинг, персональная тренировка. Вот. Сейчас посмотрим просто мой аккаунт, я вам покажу, где конкретно мой листинг. Вот он. Он вот таким образом выглядит. Для чего это вся эта история? Допустим, у вас есть склад, и вы можете через этот склад дропшипать. В данном случае у меня есть склад, я через него дропшипаю. Ко мне приходит заявка, допустим, по e-mail о том, что кто-то хочет купить эту открывашку. Вот я делаю наложенный платеж и отправляю эту открывашку по почте. Они получают эту открывашку, соответственно, и оплачивают. Вот вся история. Вы можете проделать все то же самое. То есть вы можете продавать ваш товар через Craigslist и дропшипать прям со склада. И потом деньги получать на свой счет. Вот, как это работает? Как нужно размещать листинг? Вот, нам нужно нажать на пост. Теперь выбираем for sale by owner. И выбираем нашу категорию, которая нам нужна. Household item. Теперь пишем. Допустим, я пишу Манхэттен. Ну, я напишу, допустим, Бруклин. Очень важный момент. Они продают фактически из дома, да? Там вы пишете, что вы якобы продаете из дома. Вот вы вводите свои данные. Так как это доска бесплатных объявлений, то, соответственно, это подразумевает то, что вы продаете там из своего офиса или своего дома. Теперь дальше идем. У нас есть 34780. Это мой телефон. Ввожу контактное имя. Если, ну, то есть by text. Здесь. И теперь копируем наше описание товара. Здесь вы можете просить звонить, но я пишу текст. Чтобы мне просто не названивал никто. Так, теперь находим наше описание товара и вставляем его.
Вот. Так, берем. А, у меня обрезалось, как вы видите. У меня там было end kitchen. Я теперь по-другому сделаю. One touch. Electric opera and kitchen. Все, не дает мне. Вот так сделаем. Чтобы у меня влезло. Вот такое будет название у меня. Теперь дальше идем. Здесь я скопирую полностью. $25 ставим, пишем описание товара, пишем название фабрики. В нашем случае это название моего бренда. Can Opener 101. Size мы... Size я в прошлый раз вводил. Вот он. English. New. Ставим. Здесь вводим размер. Здесь выбираем, на каком языке будет размещено. На английском. Пишем состояние. У нас полностью новое. И, соответственно, пишем улицу, где мы забираем наш товар. Я пишу адрес склада. Cross Street, это Kings Highway, Бруклин и Нью-Йорк. Так, это мы заполнили. Перейдем дальше. Теперь нам нужно выбрать все правильно. Мы проверяем, правильно на карте размещено на адрес нашего склада. И нажимаем Continue. Теперь добавляем картинки. Так, добавили картинки все. Сейчас ждем, когда они загрузятся. В принципе, ничего не сложного нету. Так, все, загрузили наши картинки. Сейчас еще посмотрю, у меня еще там была картинка. Вот такая картиночка была еще у меня. Так, все, все закончено. Теперь вы можете просмотреть, каким образом это будет выглядеть. Вот так будет выглядеть ваше объявление. Вот таким образом. Здесь все написано, кто manufacturer, какая модель, все, ну, соответственно, вы ввели. И теперь нажимаете Publish. Все, теперь смотрим наше объявление. Вот так оно выглядит. То есть сразу, да, вы разместили и сразу оно объявляет, сразу попадает в Craigslist. Через какое-то время, через какое-то время оно появится и в самом каталоге. Но на это занимает там, не знаю, там час времени где-то, если не ошибаюсь. Вот сейчас посмотрим мой товар, если он есть. Вот он мой товар, как вы видите. А мне нужно. И, соответственно, на почту приходит вот такое оповещение о том, что товар размещен. Все. Теперь мы должны ждать, когда наш товар появится в самом главном каталоге. Так что вам нужно как можно больше заспамить вот этот лист, чтобы ваш листинг был заметным. То есть эту операцию повторите раз 10. То есть одну и ту же. 10 раз добавьте один и тот же товар. Вот такая история. А через какое-то время вам начнут вот люди отвечать примерно либо через email, либо вам звонить. Соответственно, и вы будете получать заявки. Важный момент. Если вы не находитесь в
Америке, то найдите человека, адрес человека, который бы мог здесь оперативно отвечать людям и высылать. Вы можете договориться со своим складом, вы можете договориться со мной. То есть вы можете использовать мой склад, и, соответственно, я буду для вас дропшипать этот товар всем, кто хочет продавать на Крейглисте. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Самое важное, чтобы вы также и подписывались на мою группу ВКонтакте, во Фейсбуке и, конечно же, на блог. Потому что здесь я пишу в блоге очень интересные статьи. Либо перевожу эти статьи с английского языка и размещаю. То есть блог довольно-таки информативный. Так что для того, чтобы подписаться, вы просто жмете на кнопку «Подписаться». Все. И здесь вам нужно ввести, соответственно, ваш email. И вам на почту будут приходить оповещения о новых статьях. Так что жду ваших комментариев, жду ваши вопросы. Если вам необходим склад для дропшиппинга, тоже пишите. Вот, с этим вопросом можно решить. Так что еще раз, все ссылки под описанием в данном видео. Смотрите, пишите, комментируйте. Всего доброго, до свидания.